Дорогие читатели, продолжая цикл «Место детства. Война», вашему вниманию я хочу представить повесть Константина Сиреневича «Седой мальчик». В повести рассказывается о драматических событиях, происходивших на оккупированной фашистами территории. В центре произведения – подросток Витя Суханов, оставшийся после гибели родителей круглым сиротой. Пионер Витя испытал на себе бесчеловечные пытки фашистов, но, несмотря на возраст, не пал духом. И, оказавшись на свободе, проявил беспримерную смелость и мужество в борьбе с оккупантами. Однажды он взял в плен фашистского офицера и достал его в партизанский отряд. Увлекательные события повести, несомненно, послужат доброму делу подрастающего поколения. Книга рекомендована для среднего школьного возраста. Спасибо всем за внимание и приятного вам чтения.